Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на нашем шоу! И на сцену выходит Алишер Моргенштерн! Главный шоумен Российской Федерации Алишер Моргенштерн представляет вашему вниманию новое шоу «Миллион доллар хэппинес». Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу, все хотят. Еще, еще, я хочу нулей на шоу. Все хотят от меня шоу. Все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Hey, старо, букаш, ты что, главный шоумараш? Моргенштерн порно, сук, без баш. Эй, смотри на эти бумаж. Грамм на сук, она теперь флаш. Взял ее руку и, сук, дрожаш. Часы на руке, они дрожащие. Вежливо прошу, она берет за щеку, эй. Весь косых в аптеке, сук Филипп Атеки. Ай, по мне так текут, ты урод, как Лил Дека. Парень, иди нахуй, сделаю я, куплю Бугари. Ай, Гарри, тусуюсь мне пларе, шатат мой братик. Все хотят от меня шоу, все хотят, я дам им шоу. Все хотят еще, еще, я хочу нулей на шоу. Позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с Нало. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с Нало. Денег на счету навсегда мало. Заберем все то, что нам не дали. Если сука рядом, она знает, что пока меня не заебало. Ненавидь меня, это нормально. Дураки не любят гениальных. И те камни, что в меня кидают, сразу превращают в бриллианты. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с Нало. Загорелось солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с Нало. Эй, амиго, это лучший товар, который мы пробовали. Нам нужно еще. Да, малыш, ты правильно все понял.
еще один миллион блядских долларов на мой счет. Fuck the bitches on my life. Fuck наличных on my life. Stock нулей, check on my life. Ой, сеньора, валала. Fuck the bitches on my life. Bitches on my life. Pack наличных on my life. Stock нулей, check on my life. Ой, сеньора, валала. Fuck the bitches on my life. Excuse-moi, ебать. Домик почем? Молодой человек, вообще-то этот дом не продается. Я прошу вас, коль сосете мне, делайте это культурно. Не чавкайте, соблюдайте этикет. Let's go, ля-ля-ля. Бича молодой аристократ. Сука, на мне камни столько раз. Дорого пиздец. Столько мари, будто эмират. Я легенда, можно умирать. Давай еще. Бича молодой аристократ. Сука, на мне камни столько раз. Бича аристократичный папочка. Видишь, мне к лицу ночная бабочка. Мне нужен только тот, ты как русалочка. Она ищет клад на моей карточке. Найди. Деку скачет, но не на скакалочке. На чем? Я ее заляпал, но не в салочке. Запачкал ей лицо волшебной палочкой. Упс. Твой парень это вытрет, он же тряпочка. Кинолет в самолет, хабрет. Через год он живет. Третий год, ну да. Я как тот анекдот изо рта. Другой рот твоя. Меня ждет всегда. Мне говорят, я сделал все обманом, ебал. Говорят, легендою не стану никогда. Но что же мне ответить тем ебланам? У моей охраны есть охрана. Бича молодой аристократ. Сука, на мне камни столько раз. Дорого пиздец. Столько мари, будто эмират. Я легенда, можно умирать. Давай еще. Бича молодой аристократ. Сука, на мне камни столько раз. Ты тупой. Столько мари, будто эмират. Я легенда, можно умирать.
на яхте сладкой молодой латино. Я как перестал тут золото платина. Твоя сука будто прорвана плотина. Не хотел, но все равно ты заплатил нам. Тати потерял свою забу. Она со мной базарит 3 часа как дур. Она говорила, что ее пацан так крут. Но потом сосала, так что некогда вдохнуть. Жесткий, рисковый, всегда соской, как младенец. А ты с доской, будто повар, она плоская, как телек. Да, я стою очень много, на своем стою, как теннис. Все, что надо, это больше денег, 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 денег. Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроют, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие. Sugar daddy, I'm your motherfucker. Могу снять свои часы и купить всю твою хату. Мое имя дорого, фамилия богата. Для меня рожка не знала, что такое делать бабки. Факты, бич, я согласен, плохой 2020. Триллиам о баксов, я даже не старался. Рэперы, плаксы, амигос, кепаса. Ты бы смог так же, но ты не смог так же. Салют моим бади, малой бьет чарты. Что сделал Слава? Сделал всех нахуй. Да я сверх разум, заскамил всех разум. Бог любит троицу, ем евробаксы. Dinero, dinero, yeah, yeah. Gotta
iguala every day. Doamne, eu vreau. Mame, dinero, dinero, dinero. Dame dinero, 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 yeah, yeah. Yeah. Сегодня 3 июня 2021 года. Недавно я вернулся из Мексики, прихватив с собой 2 миллиона долларов. И внезапно осознал, что работа клоуном меня больше не привлекает. Теперь у меня есть цель помасштабнее. Только что я закончил работу над первой версией себя. Собираюсь завтра отправить его поиграть в баскетбол. Протестировать, так сказать. Уверен, никто не заметит разницы. 10 лет спустя снова говорим о Моргенштерне. Кто ответит на все вопросы? Дилара, девушка Моргенштерна, как она пережила такой удар судьбы? Моргенштерн исчез. Про его местонахождение до сих пор ничего не известно. Пропал без вести. Больше 10 лет ничего не слышно о суперзвезде. Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату. Долбоёбы не пойму, каково быть на виду. Я когда-нибудь уйду, выведу с лица тату. Выведу с лица тату. Долбоёбы не
знал, что когда-нибудь все закончится. Даже хотел этого, но не знал, что это будет так больно. Я ненавидел популярность, но сейчас отдал бы все, чтобы заново прожить свои лучшие годы. 10 лет я работал над главным проектом своей жизни – машиной времени. Ну что ж, пора отправляться в путь. Я хочу